Информация для неравнодушных телезрителей. В марте 2020 года в центре Чебоксар была найдена собака. Приютившие ее люди просят откликнуться хозяев. Это крупный молодой пес, на вид ему 3 года. Был ошейник. Доброжелателен к людям, адекватный, знает команды, стерилизован. Волонтеры обращаются к телезрителям. Помогите найти прежних хозяев собаки или тех, кто возьмет пса в добрые руки.